Привет, друзья! С вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием RimWorld. Мы с вами остановились на работе со складами, мы с нее, собственно, и продолжим. Но сегодня нам нужно сделать еще небольшую заготовочку, в которой у нас будут спавниться с большей вероятностью жуки, чем, собственно, где-то у нас на территории. У нас здесь есть небольшой склеп, в котором есть шанс, что у нас будут появляться жуки, я про это совсем забыл. И чтобы обезопасить себя, мы, конечно же, уберем это все дело. Но у нас появилась небольшая неприятность. Я хотел здесь доделать это все вне записи. Но нам не дали. Нам не дали, у нас появился психкорабль, с которым нам придется с вами разбираться. Разбираться каким способом? У нас есть минометы, у нас нет химтоплива. Вот. Такой себе вариант, да, получается? У нас сколько снарядов? 5 штук снарядов есть. Мы можем, в принципе, по ним пульнуть парочку раз. А потом снайперами их, собственно, аккуратно выудить. Обстрелять и так далее. Но, опять же таки, это все нужно делать грамотно. Поэтому мы всех закрываем в область 2. Область 2 мы с вами расширяем. Мы не можем оставить просто так очень странную область. Ее нужно довести до ума. Давайте вот эту часть заберем, вот эту часть. Все, что мы отстроили новенькое, все это нужно забрать. Вообще здесь все точечно нужно пооткрывать, потому что разные ситуации бывают. В идеале... Стоп, вот это была промашка. Промашечка, которая может стоить жизни. Так, это заберем, заберем, заберем. По паре блоков пусть останется, там ничего страшного не произойдет. Но вот все остальные полосы лучше все-таки забрать. Так, с этим разобрались. Трупешню мы тоже можем, в принципе, открыть. Вот это мы можем открыть, это мы можем открыть. Поля обязательно нужно открыть. Все, область 2 у нас готова. Что мы делаем тогда? Что мы делаем по... Ну, строители у нас так будут заниматься своими делами. Но минометить их нужно сразу. Их нужно пытаться уничтожить сразу, чтобы у нас не было в будущем никаких проблем. У нас, кстати, эмигранаты есть. Отлично, все, можно не переживать. Можно вдвойне не переживать, можно сказать. Так, Воля у нас в отлете, он у нас переработал. Я про него забыл, он у нас постоянно клепал кевларовые шлемы. И, собственно, на этом он и застрял. Так, Сквирт пришла уже в норму у нас, да? Сквирт, мои поздравления. У тебя вооружения никакого нет, а должно быть, потому что стрельба у тебя очень даже годненькая. А оружия для тебя у нас нет. У нас есть пулемет. Хочешь? Конечно, хочешь, куда денешься? Бери пулемет, будешь всех расстреливать. Так, хорошо, давайте посадим тогда, допустим... Нет, кальмар спит, не стоит его будить, наверное. Давайте Шока поставим за пулемет, за миниган. Миниган, какой миниган, боже, миномет, Коля. Пулемет, миниган, вот вам и миномет, собственно. Вся моя логика. Так, хорошо, пали сюда. Нам его нужно уничтожить при любых обстоятельствах, потому что они будут влиять нам на психику, а это вообще нельзя допускать в колонии. Шока, не промажь, я тебя прошу. Молодец, Шоко. Ты наш герой. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодец, Шоко. Давай еще разок. Все снаряды сейчас в задницу спустим, я так понимаю. Так, Воли больше не нервничает. Заросли амброзии. Да, больше забить на них можно, эту амброзию. Хотя, блин, она же дорогая, падла. А, ладно, давайте отметим. Может, в этот раз я хоть не забуду о ней. Может быть, но не факт. Но не факт. Так, ты хоть раз попал? Видимо, нет, да? Давай еще разок, Шоко. Там пока что у нас достроит все дело. Даже не задел. Шока, у тебя две попытки. Короче, придется их снайперками выносить, а потом снайперками добивать самих мехов. Я понял. Я вас прелестно понял. Ни одним снарядом не попал. Шока, мои поздравления. Ты очень и очень и очень плохой человек в этом плане. Так, здесь они, кстати, раздолбили эти части. Сейчас быстренько область склад заводим раз. Область склад заводим два. Мисс клик. И делаем еще один склад. Так, что у нас здесь должно располагаться? Давайте вот эту настройку скопируем. Так, сюда вставим и сюда вставим. Сейчас их тут чуть-чуть деформируем. Максимальный приоритет, это верно. Оружия у нас здесь не должно быть. По одежде у нас здесь должны быть силовые брони. Здесь должны быть головные уборы, силовые брони. И здесь должен быть бронежилет. Шпуньк. Только оружие убрать. Оружие. Оружие убрать. Так, теперь здесь проверяем. Здесь у нас находятся пуховики. А, нет, поясы. Замечательно. Здесь у нас находится все остальное. Силовая броня здесь не лежит. Так, здесь у нас мечи. Здесь это дело. Все замечательно. Сюда, наверное, еще где у нас силовые шлемы. Накинем сюда... кевларовые мы создавали, по-моему, да? По-моему, да. Так, покажи, что у тебя за шлем. У тебя, да, кевларовый шлем из стали. Да, сюда будем складировать раз, сюда складируются бронежилеты.
В целом все правильно. Я решил не зажираться с целостностью. Целостность пусть будет любая. Пусть носят все, что найдут, потому что они у меня совсем голые тогда будут бегать на данном этапе. Поэтому тут баловаться мы не будем. А кто у нас сейчас напялил шлем, которым он, в принципе, не горит? Вот тебе шлем не горит. Скинь его, пожалуйста, и отдай кальмару. Кальмар, замри. Кальмар, напяль шлем. Бери снайперскую винтовку. А у нас все нормальные, да? Ясно, понятно. Все созданные нами же, конечно же, они нормальные. Какими они еще будут? Не замечательными, не превосходными, конечно же. Так, давай, выступай сюда, дострелишь. Вот это очень плохо, кстати. Это очень плохо и неприятно. Вот эту дверь надо было бы вообще открытой оставить. Ну давай, оп. Чтобы мы сразу ворвались и по дороге назад, собственно, убрали. Становись сюда за стеночку, дострелишь. Но по мехам он точно попадать будет. Так, попадание есть. Теперь ребут. Мимо. Мимо. Есть. Кальмар, отступай. Отступай, 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 отступай. Не переживай. Они по тебе не попадут, скорее всего. Так, можешь повести по ним огонь, они в тебя сейчас не целятся. Вот сейчас они в тебя целятся, уходи. Уходи, кальмар. Не будь у них на поводу. Все, молодец. Молодчинка, так что они будут делать? Эй-эй-эй. Так, не надо. Так, не надо, правильно, уходи. Так, ты возвращайся на исходную. Можешь, кстати, с двери уже, по-моему, стрелять. Хорош. Хорош! Минус. Минус, ой-ой-ой, дверь не закрыли. Так, успеешь? Успеешь. Давай, дверь. Так, тихо, по тебе еще не стреляют, не переживай. Так, нам с этой стороны еще не дошли? Вовсю идут, кстати, но еще не дошли. Хорошо, давайте на всяк пожарный выставим здесь людей все-таки. Всякое случается, как бы, не хотелось бы, да? Огрести на ровном месте. Так, ты становись с пулеметом сюда. Цао, с винтовкой сюда, вас должно хватить. Чи-чи-чи-чи-чи, кальмар, я про тебя забыл, прошу прощения. Не обижайся. Так, здесь проходит. Он, скорее всего, в самый ненужный момент развернется и уйдет. Я правильно понимаю? Нет, что-то он не уходит, знаете. Он бьет стул, молодец. Так, этот парень лезет еще к нам. Бьет дверку. Так, этого парня начали расстреливать. А, кальмар тоже не теряй. Не теряй, не теряй, не теряй. Потеряли врага. Плеха. Нормально настреливают, слушайте. Особенно фиш. Фиш прям талантище. Главное, чтобы нам ноги не отбили нигде, и все будет замечательно. Кальмар, выбегай. Не боись. Это не самый страшный враг из возможных. Как ты за стенкой здесь стал? Вот это уже баги. Вот эту херню я не понимаю, сразу вам скажу. Так не должно быть, он не может здесь стать за стенкой, потому что там мешки. Ладно, он, видимо, этот, как его, мех ему плевать. Для него законы не писаны. Так, минус один. Давайте сейчас разбежимся в разные стороны. Разбежимся в разные стороны, он будет наступать еще ближе к нам, и мы тогда его уже навалим. Да, он потерял нас из виду. Кальмар, как дела? Отлично у кальмара дела. Он режет мешки, пусть режет. Кальмар, давай еще разок. Блин, надо две ситуации сразу контролить, это не очень удобно на самом деле. Так, чуть-чуть отступи. Чуть-чуть, если ты даже не чуть-чуть, ты можешь до хрена отступить. Вот сюда становись. Да, режет мешки, все, не дергаем его тогда. Мимо, но ты пытался, кальмар. Нет, эта хрень не лезет. Отступи, 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 отступи. Не доводи до неприятных ситуаций, оно нам не надо. А, вот в чем ситуация у нас здесь уже. Я-то думаю, что не так. Так, Цао, отступи. Молодцы. Видите, нельзя контролить две ситуации, это очень тяжело. Так, Цао, иди лечись. 22 часа, одни порезы, ничего сверхсерьезного. Вы тоже, в принципе, можете уходить. Их же там всего было... Так, Воли, отпусти. Раз, два, три, четыре... Их разве всего четверо было? Чё-то как-то подозревашка. Так, ты умрешь или нет? Кальмар, отступи немного. Еще шушуть. Есть. Есть, молодец. Так, что мы имеем? Что мы имеем? Да, вроде бы их больше не было. Но, во всяком случае, они бы точно напали. А, кальмар, ты у нас, в принципе, нормально себя чухаешь. Давай ты пойдешь отдыхать тогда. Мы возьмем сквирт, она у нас с пулеметом. Иди сюда, ты расстреляешь сейчас эту хрень. Так, этих можете уносить. Этих можете спокойно уносить. Но вначале, конечно же, их вырубить, либо разобрать. Так, становись в упор. Не так круто, как хотелось бы, но тем не менее. Так, еще и дикая муфала. Сквирт, отступи. Не, ну ты можешь стать здесь в проеме. Оно все равно к тебе придет. Нет, муфало тупое.
Муфало, алло. Отступай, 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 отступай. Раз, два, три. Давай, побил дверь. Словил плюху, побил дверь. Отлично, Сквирт молодец. Так, ты свободен, Сквирт, иди отдыхай. Нам нужно сейчас, чтобы кто-то, пришедший в себя, так сказать, помог нам разобраться. Так, здесь все выбили к чертям собачьим. Здесь... Оба! Оба! А вот это уже интересно. Так, возвращаем тогда область. Область не ограничена. Сейчас фул ребут. Ребут, все, погнали. Давайте, ЦАУ залечили. ЦАУ залечили, все замечательно. Замечательно, можете бежать по своим прямым задачам. Давай, починили стеночки. Они, ну, кстати, неплохо стены накосили. Вместе с дверками совсем. Давайте, собрались. Собрались кучу товарищей. Так, эти решили здесь все-таки доготовить ловушку, я так понимаю. Ну, давайте. Главное, чтобы у вас там обвалов не было, а так готовьте, что хотите. А, да, я же забыл самое важное. Где у нас двип? Иди сюда как раз. Подкачайся мой чуть-чуть. Иди сюда, ты сейчас точно наваляешь на изи. Вообще, кромсает только так. Скорость атаки замечательная, урон просто вкусняха. Все, разваливай. Там, кстати, может быть ядро. А ядро это деньги, если что. Ядро это деньги. Так, 3, 2, 1. Пумц. Да, ядро есть. Найс. Сталь, ядро и серебришка. Это просто шикарнейший бонус. Так, этого парня мы на выключение поставили. Фиш, не торопись. Заниматься кто у нас ремесленник топовый? Ремесленник у нас Волли. Рили? 15? Волли, ты сумасшедший? Ты сумасшедший, иди сюда. Попробуй вытянуть тебе резница все эти части. Если ты вытянешь, я тебе вообще шоколадку дам, короче, если найду. Давай, раз. Да ладно, вытянул раз. Вытянул два. Болли, ты красавчик, вот серьезно. Ты просто вот молодец. Я вот не знаю, как тебя еще назвать. Вырубил этого, вот этого тоже выруби. Давай ты всех модифицируешь тогда. Чтобы мы уже не заморачивались. И последний вот здесь у нас. Давай, модификация и занимайся своими делами. Так, что у нас здесь? Они портятся, кстати, да? Они, по-моему, активно портятся, поэтому давайте с вами здесь все-таки как-никак, но по вынужденным мерам нам придется здесь сделать навес. Раз, два, три. Область склад продлить. И область крыши залепить. Шпуньк. Поехали, работяги. Фиш что, спать пошла? Нет, видишь, что-то там мелкое доделывало. Так, разобрали вы тут как? Кальмар, видимо, занят другими делами, поэтому Шока здесь в одиночку пытается что-то менять. Но, конечно же, мало чего получается. На Изабель пока что времени нет, к сожалению, кстати. К сожалению, нет. Что это был за пук в сторону крыши? Ладно, допустим. Допустим, так, здесь у нас снятое с трупов, я забыл еще поставить. Разрешить. Все. Давайте, ребятки, давайте. Так, а здесь я броники убрал? Бронежилеты я здесь не убрал. Все. Давайте, ребятули, вам нужно разобрать мехов. Не забудьте, кстати, об этом. Не забудьте, потому что ресурсов там более чем достаточно. И еще у нас клинки жнецов есть. Если б на самом деле клинки не влияли на работу, я бы, наверное, даже оба клинка вставил двип. Но они очень жестко влияют на работу, поэтому нет смысла. Нет смысла. Нужда есть, а смысла нет. Так, давайте быстренько. Быстренько. Здесь травушка у нас уже подрастает, здесь подрастает, но нам некому заниматься фермерством сейчас. Сейчас у всех чуть другие обязанности. Хотя почему нет? Кальмара сейчас можем перенаправить, в принципе. Кальмар, давай ты... А, ты сейчас спать как раз пойдешь, да? Я так понимаю. Да, он сейчас возьмется за урожай и потом пойдет сразу спать. Ну, в общем, такое. Двип, в чем твоя проблема? Почему ты... Двип сместили. Кто начал заниматься? Сквирт, с какой у тебя скилл 14, у Дугласа 13. Сквирт, занимайся чем-то другим. А ты ничего больше заниматься не можешь. Хорошо, тебя тогда оставляем, Дугласа убираем. Как это так, что Двип не занимается исследованиями? Что за позор вообще? Что за позорище? Так, кальмар, давай, собери траву. Траву сейчас переработают в топливо. У нас, боженьки, у нас наконец-то появится топливо. Это просто шикарнейшая новость. Так, Сквирт стал работать. Кстати, а Дуглас случаем ремеслом не занимается? Дуглас нет. Дуглас художник. Или давайте все-таки, давайте вернем сюда. Тебя уберем, ты занимайся ремеслом. Ты у нас будешь вечным ремесленником, так сказать. Так, понеслись.
Фиш добралась. В смысле, здесь поставили даже без этих стен? Отлично. Отлично, что я тогда заморачиваться буду? Хотя нет, здесь один блок вот видно. Проседает. Проседает один блок. Давайте из гранита поставим. Ну, по центру он здесь никак не влезет. Вот сюда поставим блок беспалевный такой. Фиш, ты где? Шлифует полы. Не-не-не, Фиш, погоди. Полы ты всегда отшлифовать успеешь. Не переживай. Они от тебя никуда не убегут. Контрабандисты. Добро пожаловать, товарищи. Сейчас только одну секундочку подождите. Я еще здесь насобираю то, что не дособирал. Может, мы с вами еще сейчас неплохо поторгуем. Так, давайте я сейчас, знаете, что сделаю? Вот так сделаю. Раз, два. Не, неправильно. Два, 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 два. Садоводы у нас сейчас не работают. Кузнец, до свидания. Художник, до свидания. Все активно на переноску вещей. Ребут. Поехали. Еду, траву, все переносите. Так, ну. Не вижу экшена в ваших действиях. Жара. Почему бы нет? Так, я что-то упустил, а что я сейчас не понял? Сейчас. Где-то угроза. Где-то какая-то угроза. Появилось второе уведомление сразу после первого, и я профукал угрозу. Ага, вот. Так, что у нас здесь? Это у нас подрывники. Замечательно. Просто замечательно. Так, отмена всех планов, которые вы себе настроили. Сбегаемся в центр. Нам бы в идеале было бы поторговать, прежде чем огребать на самом деле. Где у вас спикер? Где у вас спикер? Соня, быстро поторгуй. Потому что их сейчас начнут убивать. И желательно, чтобы это делали не мы. Стоп! Так, некоторые предметы невозможно продать, так как враги рядом. Это какие такие предметы нельзя продать, когда враги рядом? Что за чушь? Что за бредятина? Так, хорошо, Люциферии. У них есть рабы. У них есть рабы, у нас есть деньги. Быстро. Быстро. Главное, чтобы одного из этих рабов сейчас там не убивали. Пока что я тут буду заниматься. Так, ты бесполезен, мусор. Ты ближник, ближники у нас есть. До свидания. Ты... медик, ремесленник, легкая аддикция, гиперчувствительность, все бесполезно. Все это бесполезный мусор. Так, Люциферия, медикаменты, это мы отдали. Ну, тогда пока что все. Дуглас, верни сюда. Торгаши, что вы спрятались? Алло, мы так не договаривались. Мы так не договаривались. Тед, иди сюда. Сквирт, иди сюда. Плохо, что здесь осталась, кстати, часть. Очень плохо. Так, Двип сюда. Шоко, иди сюда. Волли, становись сюда. Дуглас, просто стой на месте. Так, разбежались. Фиш, становись сюда. Или даже вот сюда, наверное. Давайте, быстренько. Так, они там бьют этих ребят, кстати, огромных. Это хорошо. Тед, становись сюда. Сквирт переходит. Сао, сюда. Так, Сквирт, сюда. Так, нормально. Наваливай идет. Ох, торгаши прям передо мной сейчас будут. Нет, отступаем, отступаем. Я не хочу. Я не хочу стрелять в торгашей. Вот, правильно, друг друга там месите в кашу. О, поджог вообще идеально. Все, все, все. Ох, тут столько всего повыпадало. Это, кстати, наши статуи. Пенициллинчик 29. Матерь божья. Серебро 415. Давайте, настреливайте друг друга, мы уйдем. Цау, уходи, 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 я тебя прошу, не стреляй. Ни в коем случае сейчас туда нельзя нам лезть. Вот это мясо! Вот это мясо! Все, уходите все нахер. Нам надо сейчас срочно это тушить. Так, область проверяем. Домашняя есть? Есть. Быстро уходите, вы тушить. Побежали, 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 побежали. Быстро, 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 быстро. Все нужно потушить. Медведя потушили, этот потушили. Кто в кого стреляет? Что происходит? Ухудшилось отношение к нам на минус 5. Мы не при делах. Мы не при делах, это вы сами все к этому довели. Боже, сколько халявы! Халява! Халява! Так, реактивный есть этот, забирайте. 75 косяков, это очень плохо. Это вот прям жесть как плохо. И Люциферия, это просто ужасно. Так, сейчас я направлю тогда людей, которые это должны будут сжечь. У нас сколько? У нас 2 человека, по-моему. Нет, у нас шока тяжелый аддикционник. Короче, Фиш, смотри. Принять, не хватало еще. Перенеси Люциферий. Быстро. Перенеси Люциферий. Сквир, допустим. Перенеси Демолист. Нам это срочно нужно утилизировать. Как будто бы этого здесь и не было. Пенициллин это супер, статуи мы свои вернули, тоже отлично. Так, из трупа мы не проверили, ребят. Легкая неврастения, ближник, до свидания. Вот этих ребят надо вообще спасти. Давайте кальмар. Спасти Камбиара. Давип. Спасти Сиара. Боже, что у вас за имена дебильнейшие. Так, давайте трупы переносите. Давайте, давайте, быстро-быстро перенесли Люциферий. Шока, отступись, пожалуйста. Мне главное, чтобы ты сейчас не сорвался, иначе будет беда. Кто у нас здесь еще? Фиш, иди сюда, бери гранаты. Бери, 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 бери. Не стесняйся, остановись, жди. Сейчас принесут еще коноплю. Все принесли, все принесли. Все, закидывай.
молодец, все. Молодец, миссия сделана, замечательно. Наркоты мы избавились прямо вот в самый последний момент. Так, здесь разобрались, ребят, спасайте. Сиара Камбиар, у тебя что? 19% безопасность, 19% безопасность. Двип... нет, фиш. Оказать помощь. Рес, девайс. Терис, там мелкие ранения в основном, но все равно. Лучше перелечить, оказать помощь. Все, всех вылечили, с этим разобрались. Мишка. Мишка белый. Съесть. Но я его не могу добивать, вот в чем проблема. Поэтому пусть валяется. Я его не могу добивать. Так, здесь ребят нужно разобрать. У них есть очень даже сочный армор. Обязательно нужно разобрать живых. Так, у нас все пошли спать. Не годится. Раздеть. Так, снайперская винтовка. Отлично, кальмар. Давай. Я понимаю, что ты не поспишь немножко, но так надо. Раздеть. Федона еще раздень. Не, захватывать его точно не нужно. А, он голый. Я понял. Здесь разобрали. Все остальное вынесем. Так, трупы все потом повыкидываем. Все, замечательно. Давайте по чуть-чуть. Переноску. Сейчас проверим еще здесь. Так, вот этого товарища разобрать. Бронежилет хороший. Боже, какие у них вещи замечательные. Слушайте. Так, штаны, кофта, это говнище. Говнище за 2000, хороший броник, раздевай. Тут говно одно. Тут ужасно, отвратно, тоже говнишка. Отвратно, плохо, кака. Так, здесь что? Куртка из шкуры пантеры, из ленивца, нормально, плохо, отвратно. Это нам тоже не нужно. Давайте, открываем проход. Давайте, быстренько всех разденьте, кого сможете. Здесь все потом забирать. Это все наши статуи, да? Их статуи здесь нет. Жаль. На этом тоже можно было нагреться неплохо. Хорошо, что мы успели потушить. Потушить точнее. Так, Сиара уходит замечательно. Камбиар тоже может просыпаться и уходить. Тепловой удар, начальник. Сайда, что у нас по тепловым ударам? Так, волокнистые механиты еще есть. Шока, тепловой удар. Здесь у нас 41. Здесь кондишн надо влепить, кстати. Здесь надо бы кондишн влепить чисто для... уравновешивание температуры. Ладно, это потом. Это потом, давай, Дуглас. Залечи шока, а шока когда... А, он же огреб, когда перебегал. Когда перебегал, я вспомнил. Ручной пулемет. Мясо к нам еще прилетело. Свинина вообще, найс. Ох, дай бог нам это все сейчас перенести. Так, Мишка выжил. Белый медведь, река боксер. Да, он относится к ним, поэтому добивать мы его не можем. А он по факту-то жив. Мне интересно, что он, кстати, будет делать. Он будет возвращаться или он будет у нас на территории нас кушать? Вариантов просто немного, понимаете, поэтому надо точно знать. Так, мы еще и гранаты получили, кстати. Гранаты, пистолет, всякую дичь. Так, химтопливо пошло полным ходом. Замечательно. Так, Волли, в кузнечное дело вернись. Вернись в кузнечное дело, срочно. Сейчас, пока эти таскают, ты клепай шлемы дальше. Клепай дальше шлемы. Так, кто из вас? Тед, ближник, ну ладно, не будем отвлекаться. Хотя не, иди сюда. Спасибо большое. Спасибо тебе большое, за одну секундочку справился. Так, начинает по чуть-чуть натаскивать шмот. Как видите, он будет из трупов и... не очень. Инфекция заражения у кого? Лечите комбиара, в чем проблема? Нам главное, чтобы он от нас ушел. Вот, а как это именно произойдет, меня не интересует. Так, где твое... где твое заражение? 4,2, 5, 4, 9, 6, да, опережаем, все нормально, пока что все нормально. Так, забирайте шматье, шматье забрали, так, здесь я перепроверил, да? Куртка здесь голимая, все, здесь голимая. Здесь хороший бронежилет, хороший пуховик и нормальные штаны из гипертткани, матерь божья. Раздевайте, короче. Короче, раздевайте. Так, здесь кафтан, вот это обязательно заберите, это я отдам кальмарычу. Кальмар-то, как у нас, тоже топовый стрелок. Забирай силовой шлем, все, не жалуйтесь. Не жалуйтесь, так, фиш у тебя из-за вещей. Бронежилет с трупа минус 5 всего лишь. Окей, хорошо. Хорошо, все остальное перетаскивайте. Так, кто у нас там еще без шлема? Ты напяль вот это. Все, разобрались. В целом, конечно же, разобрались. Так, фиш, только на секундочку отвлеки, застройте все-таки стену. Так, комбиарка, где лишки? Я думаю, он скоро придет в норму. Куда он денется? Куда он денется? 52 градуса на улице, слушайте, это уже опасно. Это уже опасно. Так, Шоко 6,9. Дуглас 7,2. Ну, пока, в принципе, плевать. Главное, чтобы они почаще в холодильник приходили, да и все. В принципе, это все, что нужно.
Так, разбежались, статую собрали, это собрали, надо еще кровь убирать, кстати. Кровь немножечко нагнетает. Стоп, а какой стак у топлива? Не дохрена ли 320 единиц в одном месте? Так, Воли чем занят? Готовит вкусное блюдо. А, ты же у нас вечный повар, я забыл. Ты серьезно бегаешь туда-сюда за мясом? Не-не-не, Воли, погоди. Погоди, паровоз. Не торопись. Займись вон шлемом, да. Это будет... Что ты сделал только что? А, ты мехов решил разобрать, окей. Давай только не забудь шлемы доделать. Фух, так, проверяем. Здесь еще новых принесли. Плохо-плохо. Нормально, тоже не интересует. Все, можем это сжигать, в принципе. Давайте возьмем, допустим, сквирт. Иди сюда. Взять оружие. Сейчас быстренькое сожжение проведем. Становись сюда. Закидывай. Ну. Ну ладно, хоть сюда стань. Раз. Два. И вот сюда еще три. Все, выходи отсюда. Сквирт, забирай обратно пуколку. Все, молодец, ты свободна. Ты свободна, трупы горят, температура растет. Замечательно. Самое ценное, мы отсюда все вытащили. Сейчас они все перенесут, нам нужно будет сразу же взяться за уборку. И после уборки уже возьмемся за стандартные наши обязанности. И все будет чики-брики. Боже, это ж мы еще бабла намутили. Вещей намутили, боже, это кайфушка, вот это я понимаю. Это срослось на самом деле, просто вот совпадение не более чем. Кстати, вот это чудо заберите. Это заберите, этого разденьте, у него силовой шлем. Нормальный 62, очень даже сгодится. Куртка нормальная, нормальные штаны и хорошая рубаха. Просто найс. Просто найс, серьезно. Здесь больше никто не откинулся, не? Жаль. Очень-очень жаль. Так, сюда пока не суйтесь. 300 градусов по Цельсию, это вам не шуточки. Это можно уже начать по чуть-чуть тушиться, вариться. Так, этого парня забрали. Вещи не забудьте. Не забудьте. Цао тоже теперь в шлеме. Кстати, она сама его надела. Я ей не давал такой команды. Это хорошо. Давайте мехов перерабатывайте. Пласталь мы еще получили. Неплохо. Неплохо. Слушайте, мы начинаем чувствовать себя комфортней. Куда комфортнее, чем до этого. Так, температура спала. Открываем. Один из проходиков. Да, и пора здесь менять уже стены. Серьезно. Это уже не шуточка. Уже пора реально менять. Так, как там шлем? Шлем из стали. Сколько тебе их осталось сделать? Это либо последний, либо предпоследний. Это последний. Сделай теперь минометные снаряды. Ты теперь можешь себе это позволить, так сказать. На 360 мы можем очень много снарядов сделать. Давай где-то с ракет, наверное, сделай. Раз, два, три, четыре. Вот, сделаешь, будешь умничкой. Тем более, что у тебя все ресурсы прям под боком. Вот только беда в чем, он почему-то их переносит. Положить на пол. Положить на пол, более не заморачивайся. Давай, ты должен просто стоять. Пау, раз снаряд. Два снаряда. О, вот это я понимаю, процесс пошел. Вот это уже сладенько. Так, клепай, они нам точно пригодятся. Здесь уже, во-во-во, пошел запас, пополняется. Найс. Так, уборку провели. Начинает уже по чуть-чуть бездельничать, да? Либо заниматься своими непрямыми обязанностями сейчас. Тогда можем переключать их в нормальный режим. Можем переключать. Поехали, возвращаем. Воли, значит, ты у нас повар. Здесь у тебя все пусть будет. Дуглас здесь смещаем. У тебя и нету этих обязанностей. Дальше. Фиш раз, два, три. Кальмар раз, два. Двип, а кто у нас, кстати, ремесленник? Шока ремесленник. Воли, как будешь дико свободен, тогда можешь заняться ремеслом. Двип, ты у нас занимаешься исследованиями. Все, замечательно. Цао художник. Цао, давай, единичка на художество. С этим разобрались. Так, надзор у нас кто? Будет Дуглас тогда. Надзор, а, у нас Двип надзор. Нет, Двип, прекращай. У тебя есть более важные обязанности. А вот Дуглас у нас по факту бездельник. Поэтому пусть занимается еще этим. Фух, все, давайте, ребут. Поехали работать. Поехали. Все стеночки починить обязательно. Воли, стоп, я тебе что, строителя поставил? Прошу прощения, это не твое. Твое клепать снаряды и еду. Я тебе еду, видимо, не выставил, да? Да, вот повар. Повар, обязательно клепай. Так, сколько осталось? 200 топлива. И это мы еще не всю траву переработали. Мы еще не всю высадили. Ох, комбиар с трудом, но пытается уйти. Мы его даже от заражения вылечили. Нам за это дополнительные очки должны дать. Как вы там, река-боксер? Река-боксер, вы же не обижай, 88, все нормально. Серьезно? Да, он прошел через закрытую дверь, окей. Допустим.
Допустим, давайте вот, чтобы не было повторяющихся случаев, как у нас только что был, я вот здесь проведу еще небольшую заслоночку из мешков. Потому что пришедший мех, который тупо стал, простите, на мешок и за стены, за стеночкой, и начал меня обстреливать, как-то удовольствия мало. Я понимаю, конечно, что они слишком хитрожопые, но все равно. Это чересчур. Это ровно чересчур. Так, вот это все тоже под ремонт отдаем. Так, здесь домашняя зона есть. Здесь ее, конечно же, нет. С хрена ли ей здесь быть, если я ее здесь не ставил, правильно? Правильно. Так, давайте хотя бы вот эту часть заберем. Хотя, в принципе, нам стены ж надо, да? Да. Нам стены надо полностью подвести под домашнюю зону. Так, занимайся урожаем, кальмарчик. Молодец. Там еще и трава, кстати, выросла. Ох, сейчас траву будем перерабатывать. Ой-вей. Ох, это будет развлекуха, матерь божья. Так, вот это забирай. Забирай. Давайте стеночку я до конца обведу уже. Пи-п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 и. Так, это самое главное, что в случае чего, нам тем более стены сейчас начали по чуть-чуть царапать уже механоиды. Нам очень нужно иметь, так сказать, запасик. Раз, два, три, четыре. Так, здесь мы уже чинили их, видимо, да? Да, здесь чинили, здесь есть. Здесь все есть. Давай сюда. Вот сюда, и вдруг здесь пожар будет, чтобы тоже потушили. Раз, два, растения. Ох, там пошла переработка адская, я слышу адскую переработку. Слушайте, ну реально, мы теперь не знаем проблем. У нас снарядов сейчас будет тонны со временем. Стали у нас дофигища, мы можем себе позволить тратить их на снаряды. В общем, начинаем по чуть-чуть быть в шоколаде. Это приятно. Почему у нас в двух разных местах лежат снайперки? А, я здесь не убрал оружие, да? Прошу прощения, у нас тонна нормальных снайперок. Я не знаю, правда, почему именно нормальные, почему у нас-то как-то судьба над нами насмехается, но... Они хоть есть. Нормальный, кстати, шлем есть, который почему-то САУ не использует. Кстати, сейчас посмотрим характеристики. Изоляция, скорость, так, нагрев, проникновение 60, удар 35. САУ, а ты напялила что? Они, походу, выбирают чисто по качеству. Здесь 52-16, то есть полная какаха по факту. Так, ладно, тебе оно точно не надо. Кто у нас отвечает там за неплохой бой? Волли, вот, бери. Бери и будь счастлив. Шлемик можешь оставить, все. Молодец, будем тогда некоторые вещи все-таки вручную одевать, потому что они недооценивают ценность вещи, так сказать. Не понимают, насколько она может им жизнь спасти. Но это ничего страшного, такое тоже бывает. Это не смертельно. Так, химтоплива снова 300. Замечательно, Волли. А, Волли теперь не остановить, точно. Мы же там мясо нашли, еще раз сделали муфола, ну в общем. Он сейчас на вкусности блюд будет сконцентрирован. Так, Фиш занялась наконец-то полями, здесь нужно просто и траву досадить. И траву скоро дособирать еще нужно. Ну, в общем, работы для фермеров просто валом. А, кстати, технология-то уже подходит. 15 тысяч как-никак. 15 тысяч уже изучили из 21. То есть еще чуть-чуть буквально. Еще чуть-чуточку. И мы будем шиковать. Так, подождите. Здесь приоритет максимальный. А здесь какой? Здесь приоритет высокий. Ну, в принципе, да. Тогда все правильно. Просто нам не хватает сейчас медикаментов. Медикумент. Оптовые торгаши. Боже, я чуть не упустил. Не хватало еще связаться. Так, здрасте, товарищи. Че вы мне предложите? Я могу предложить по 9 бачей блюда каждое. Матерь Божья. Забирай. Давись. Серьезно. Блюда вкусные по 12, их я точно отдавать не буду. А вот по 9 обычные, это за милую душу. Так, халявные компоненты, естественно, я заберу. Такое я не могу отдать, точнее пропустить. Шкуру отдаем. Пласталь нет, пригодится. Дерево нужно. Рубашки, все что голимое. Отвратное, плохое, плохое, до свидания. Плохое, до свидания. Отвратное, плохое. Нормально сколько? Нормально 78, пусть будет. Плохо, до свидания, отвратно, до свидания, плохо, до свидания. Здесь у нас что? Кепарики. Давайте вот это отдадим, все остальные оставим, потому что жара все-таки иногда может спасти нас в этом случае. Келларовый шлем из пластали. Ужасный 75, забирайте. Он мне нахрен не нужен, серьезно. Это я только окупился, серьезно? Окей. Жаль, что вы ядро не забираете. Очень жаль. Я вам дал только так.
Второй раз продаем те же самые статы, если что. Это у нас норма, нормальная практика. 282 мы в плюсе выходим, и пока что все, да? Пока что все, можем еще эти простые блюда отдать. Можем, в принципе, подождать или поставить... Сейчас, стоп. Убираем здесь, ставим приготовление простого блюда, где у нас вот. Это выключаем, это включаем. Воли. Воли, 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 воли. Иди сюда готовить блюда простые. Поехал. Просто безостановочно. Клепай, 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 клепай. Вы бы ему там помогли, на самом деле. Было бы куда лучше. Ну ладно, не хотите, как хотите, как говорится. Мы на этом можем еще немножко денег поднять, на самом деле. Так, Воля, а ты перенести можешь? Сейчас попробуем вот так сделать. Перенеси раз, перенеси два. То есть два раза перенес, и теперь клепает. Я не помню, сколько они, сутки, по-моему, провисят у нас в воздухе, да? Над нами, так сказать. Раз, два, три, четыре. Здесь только беда в том, что здесь маяка нет. Здесь нет маячка. Так, перенести. Раз. Перенести два. Ага, я понял. Перенеси это тогда. Раз закинь. Два закинь. Никто тебе просто помогать не хочет, поэтому тебе придется это все вручную делать. Без обид. Без обид. И вот это перенеси на станочек. Поехал. Сейчас мы накрафтим, накрафтим. Это сколько они? По 9. 90, 90. 90. Ну да, в принципе, мы еще можем успеть нахоботить. Сейчас только уже утро началось. Так, давай, переноси вот эти остатки. И вот это перенеси. И продаем. Дуглас, на базу. Есть. Так, сколько у нас? 49 блюд, это еще плюс 500 серебра. Почему бы нет, так сказать? Почему бы нет? Здесь возвращаем старый закон. Старый закон вот таким вот образом. Все, работай. Фух, так, разобрались, замечательно. Ну что ж, ребятки, в принципе, удачный сегодня денек. Отбив диверсию, надавав диверсантами люлей торговцам, мы получили очень много полезных вещиц, разобрались со складами. В общем, все у нас просто чики-пуки. Только все-таки ловушку мы эту так и не доделали. Все-таки ловушечку не доделали. Ну ничего, это еще впереди. Да, ребятки, поэтому сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.